Здравствуйте, меня зовут Сергей Гребенюк. Мы сегодня с вами будем говорить про системы теплоизоляции и электрообогрева от компании SmartDrive. К нашим клиентам, обеспечиваем ремонт. Если что-то сломалось само по себе, да, вот, хотя такого еще не знаю, да, вот, то мы ремонтируем бесплатно. Мы изучаем сущность, как у Лев говорит, тримексного дайвера, чем он отличается от классического дайвера и, собственно говоря, вот к чему нам стремится. А что за прибор такой? Что это дайвероизучательный прибор. В общем, Сергей Иванович нам привез из Москвы, он показывает, в общем-то, куда нужно смотреть, чтобы максимально эффективно достигнуть глубину в дайвинге. А где вот у него точка концентрации гелия получается? Точка концентрации гелия? Ну, я боюсь, прибор не может показать нам это. Но вот этот вот узор на груди, который напоминает хохлому, наверное, там где-то близко. За доцента! Да! Это тебе не мелочь по карманам тырить! Латексная манжета хорошо садится, довольно мягкая, но латекс боится любых углеводородов. То есть на нуле, если поверху масляная пленка, вот вообще гребник он умрет, да? Ну слушай, тут как лестницу можно использовать, там, удобно, да, если удобно, навязать там, грубо говоря, там. А ты не наверх. Если кто-то смотрел, Джеймса Бонда. А, не наверх. Один узелок это, да? Если есть интерес к новому воспитательному инструменту. Вот показал, как правильно делается такой узелочек, да? Да. Или может, нет, тоже хороший, да. Вот. И вот если стулья доработать, то будет прям хороший инструмент для воспитания. А что со шлемом случилось, Сергей Иванович? Как для Aquadiscovery запишем видео? Что вот, какие продукции они нам делают? Вот? Нет, продукция была хорошая, вот, ну просто. Так, может быть, клей не особо, может быть, обращение было не очень аккуратное. Вот. Не, ну вообще предполагается, что обращение не должно быть аккуратным, наверное. Нет, просто нужно делать инструкцию, как правильно снимать шлем. Вот, а так без инструкции человек неправильно снимал шлем, и поэтому вот Викрей не выдержал. Юра дует. Данный сертификат подтверждает, что Жаркин Юрий успешно закончил курс подготовки инструкторов по дайвингу и получил квалификацию мастер-инструктор. Сейчас, секунду. Причем мастер это мастер же прямо. Вот, ну здесь прям целая россыпь. Итак, первое. Advanced Nitrous Instructor. Вот, вообще говоря, это первый уровень технического инструкторского статуса. И очень широкий шаг с рекреацией в технику, вот, и 20 метров это уже такой очень серьезный уровень. Дальше, OpenWater Side Mount Instructor, то есть кто Side Mount ныряет, вот Вилком Юри, вот прям может. Вот, и Dry Suit, сухие костюмы, прям самое оно в наших водоемах. Вот здесь. Почему с утра ему сказали одевать чугунные трусы? Три, раз, два, и все, нет, Сергей Иванович, я не записал, подожди. Иваныч, не сработало. Три. А, не включился, ну что ты делаешь? Ты можешь синхронизировать как-то? Все, запущено, давайте. Раз, два. Да он играл, не получится кадр, нормально. А он вышел из кадра. Раз, два, три. Вот оно чё. Терпение. Еще один сертифицированный инструктор. То есть, в отличие от меня, не сертифицированный инструктор. Сертифицированного руководителя. Да. Есть еще тот, кто, чья фамилия будет вписана. В чужих. Куда? В чужих как-то. А главное, чтобы чужих. Да, ну, моя фамилия будет вписана во всех сертификатах, которые ты отличишь в деятельности. Вот поэтому это все равно большое достижение, на самом деле. Так, такой был не путь, тем более Сергея Ивановича, он
тернистый и долгий. Как говорится, дай бог каждому пережить такое. Чтобы они понимали, что это такое быть инструктором Сергея Ивановича. Поэтому поздравляю его.